Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас стартует первый курс, такой усложненный, углубленный, VIP Advanced. Сегодня у нас день волосковый. Сегодня мы будем целый день рисовать волоски. А сейчас мы пойдем в студию и будем встречать наших учеников. Они уже скоро придут. Сегодня у нас день, когда мы изучаем волосковую технику. Сегодня первый день вступительный. Эта техника очень сложная. Хоть мастера ее и пробовали уже делать дома, но у них что-то не получалось. Они приехали, чтобы мы их обучили, и они стали идеалами. Работать мы будем сразу на моделях. За несколько недель до начала обучения у нас проходило дистанционное обучение, и они уже изучили укладки наши, схемы все, азиатские, европейские, смешанные. Они рисовали волоски на латексе дома, на грейпфрутах, кто на чем. А сегодня у нас будет сплошной день моделей. Будет очень тяжело, моделей будет много, такой сплошной поток из моделей. Is this all going to be just another time that we play this game? В промежутках между моделями они не будут отдыхать, они будут рисовать еще на латексе, на грейпфрутах, исправлять свои ошибки, пересматривать видео, которые пишут они на свои телефоны, и мы тоже пишем. You say that you're starting to feel that you're getting lost. Well, I do too. Мы очень много видео выкладываем в сеть, очень много видеоуроков, мастер-классов о волосковой технике. Но на самом деле очень важно просто понять и почувствовать сопротивление кожи, поставить руки. Даже дистанционно я высылала видео, как правильно ставить руки. У нас был урок, чтобы мастер на месте, дома поставил руку, натянул кожу. Но на деле они приходят и не знают все равно, что как сделать. И вот мы усердно ставим целый день руки, чувствуем кожу, чувствуем сопротивление кожи, оттачиваем схемы. Хоть они на апельсинах получались неплохо, на людях они получаются хуже гораздо. Поэтому целый день практики и еще 9 дней практики. Волосковая техника на вид очень простая, на самом деле не очень простая. Рисовали сегодня весь день, комбинировали цвета, делали 3D эффект. Каждая клиентка осталась довольна.